Нанимо. Красивый кадр. Вот так. Ну, сел туда? Привет, я доставлю. Здорово, если, пацаны, чат. Если номер. Доставку вы. Пойдем по крышу. Я не могу приехать, я уже. Короче, ко мне пацаны приехали. Вот это M5 M10 Алча, понял? Это кто? Постримить. Зеленая M5 Лимовская. С Москвы, понял? Они вот здесь ждут. Наши пацаны ждут на Сарере, самый равший. Да. Надо с этими пацанами встретиться, они вот здесь соседи. В барбершопе, в Олдбой. А? Здорово, пойдем посмотрим, вот что за ребята. Идем. Я тебе скинул локацию. Молодец. На, брат. Ва, пацаны, вы тоже здесь? Салка есть, и что в бардачке? Приветики, на топси саламки. Пацанам сейчас с Агашкой встретимся. И потом поедем к Сэму. Брат, я буду у вас через 6 минут, жди, брат. Брат, давай я сейчас встречу этих пацанов, они на Седина, брат. И как раз в эту сторону пойдем. Кого ты читаешь, это, встречаешь? Ты нас. А. Кого ты встречаешь? Ну не пропускает, ничего сделал. Хуль ты сигналишь, Вась. А, нихуя, брат, я вот смотрю, вообще никого нету, брат. Я вот на красный, блядь, по всем дворам. Ты уже все, да, братьев не узнаешь? Брат, уже все аккорды что? Продал, уже все, братья. Я только приехал, брат, брат. Ты куда? Я, брат, по делам. Да, да. Ты как? Сейчас нормально, брат, сейчас меня заберут, я пойду постригу себе, порядок приведу. У меня там дядя. Да, брат, это ужасно. На суете был. Очень сильно. Да, да, иди, брат, постриг. Хуже тебя выгляжу, да? А? Хуже тебя выгляжу. Ну, брат, я альхамдулила, все четко, брат. Вечером выйдете? Да, да, брат. Все, увидимся. Давай, брат. Настроение у меня ебучее, брат. Хорошее. Погода. Мяу. Ты моя попробуй, блядь. Самая, знаешь, бесстрашная девочка во всей Руси. Делу! Сяду на носоху. Вот так. I wanna X I'll make it X надо поменять задние колодки, они уже заказаны. А чек у меня просто надо сбросить. Ла-ла. Говорят, больше погоды не испортит. Да, все, брат, охрась так, дождь один раз идет, потом заебись. Бля, у тебя техно, что ли? У меня, братишка, Тулум открылся в машине. Машина! Бля, ну реально будет. Реально, да, реально. Включи матранг, замань. Ой, моя тачка, бать. О, зеленый тачка. I feel like y'all don't need love. You need somebody. О, динозавр! Вы какие все грязные. Познакомились уже все? Ну что с этой майкой в руках ходишь? Он заебал, когда машину не может вести. На. Нахуй, дай его портрет, брат, барби. Блядь. Ебал в рот, нет в Москве жить, бля, приезжаешь, давай. Брат, у нас тоже жарко. У нас солнце сейчас светит. Не, брат, солнце это светит, потому что мы сюда приехали. Посмотрел, показал пацанам машину? Покажи. Вот она, M5, M10. Я уже все увидел. Я твой парковочный. Иди нахуй, как по кайфу было, так и припарковался. Здесь нет ничего такого. Ау, ебать ты наклеил, брат, наклеил. У него диски хорошие. Она же, бля, не M5. Что? Вчера то, что пятерка разложилась. Да, напомните, где? Не, это, бля, 530-е. Да. А ты видел, что ли? Да, мы стояли, вышли, посмотрели, ушли. Не, это его, да? Да, это Слиму, пацаны. Его кен. Да, так я видел его. Просто так, не могу, вообще раз. Он помнит его, куда он зайдет? Так, знаете, что сделаем, брат? Ее прошили и так далее, мы ее не видели еще. А, да? На ней, блядь, весь сервис сделали, потом моя загоняется через 3 дня. А где что? Свечи подмоторные. Да. Холодные свечи? А? Прошивка. Холодные, 97-506. Тыловой. Не так, как ты, конечно. Вон там, что ты добавил, у меня вот так вот будет. Ну я зазор поставлю, чтобы не надо. Бля, вчера гаишники тормозят, говорят. Все, они остыли, мы с ним стоим, болтаем. Он говорит, подожди, это не тот, который на черный? Я говорю, нет. Потом про тебя начали говорить. Что говорят? Типа за месяц гонялись, где-то потом в клинике какие-то нашли. Да.
Он, а знаешь, как он тебя нашел? Он историю у тебя увидел. Ой, бля, все, рядом. А я не исполняю. Кстати, моя машина. Это, брат, я больше не исполняю. Не, нормально, брат. А мы исполняем там, где можно, брат. Типа людям не мешает. Бля, да. И что хотел сказать? Что? Сейчас М4, М5, М5, М4, М3, ебать. Все М-ки, на, ты мой брат, а самого. По МГФ приехал. Слышишь? На банте. Когда в 911 встретимся. Давай. Я сейчас поеду колесо перекину. Давай, делай дела свои, чтобы ты освободился к вечеру. Это не дела, брат. Мы должны были утром встать, поехать к нему, у него сделать интернет, потом поехать. Мне, типа, понял, на его ИНС. Не сделали. Поехать. Ничего не сделали. И в итоге мы в час проснули. Давай, это нафиг. Вообще пошли. Люди вообще поправили, знаешь? Толпой на Аквастен заехать? Бля, реально, вот на нее посмотрели, а лучше захотелось. Прикольный цвет, да? Да. Диски она пиздец. Она молодец, скажи, пиздец. Ты мой. Ну, типа, я сначала думал, типа, в 90. Я тоже думал, в 90. Я твою жопу ебал, жесть. Да, прям он старый. Дай мне твое собрание, умоляю, я чапан заебался курить. Чапан, я не знаю, как курить. А? Прям старый выглядит, если. Брат, бруталка. Она здесь очень у меня такая, рака должна быть, черт. Как этот, Моника Белуччи старая, блядь. Ты, а, как будто уже... Пиздец, охуенно здесь, блядь. Да ты что? Бля, вообще хочу пиздец. А что, у тебя люка нету? Нету. Почему? Не, облегченная версия, брат. Я для гонок создана была. Охуеть. Для этого можно. У меня тоже дилерская американская. С Америки пригнали дилер. Нормально собрали, не? Двери, мери, бля. Пиздец, жарко, бля. Да. Охуенно, бля. 24-56, бля. Все, газ. Машина 26 показывает. 22. Я просто к силу показал, мне сильно. Я колодки, прикинь, передние ноут пил. Ну да. Думал, сзади. Я так и планирую. Блять, вау! Остановись, брат. Дай, да сфоткают люди, ну. Вот так. Чик. Face to face теперь. Шаг. Шок. Давай бы вас не видно. Бра! Пиздец, бра! Бля, переводится. Ты как чистый. Это, как из Человека-паука вот этого звали? Гоблин. Гоблин, да. Я знаю, брат, как. А два ты скажи. Нет, ты скажи, если знаешь. Опять выебнуться начал? Короче, бля. Успех, это на лучшее вместе. Я поеду пацанов заберу. Быстро. Сколько им голову будет? Надо мы диски менять. Брат, ты на этой машине поедешь? Маш, ну, надо, брат, на Сбербанк, надо на Сбербанк. Не это... знаю, это не моя. Это Бострёв. Этот. Это про Бострёв, говорит. А что на левых номерах ездит? Не, брат, про тебя. На Торе? Да, на грузинских номерах. На Торе? Всё, Рена, это подписчики были, по-любому. Да, тут еще одна пятая ездит на грузинских номерах. А, не агрессивно говорит? Чёрная. Эй, я знаю, брат. Ну, бля, месяц тебя искали, говорили. А хули меня искать, я везде в городе, блядь. Меня останавливают каждый. Вчера тоже остановили. Ренат, как, бля, ты, чё ты? Может быть, бастер. Они наоборот сказали, помнишь, когда остановили в зелёные, говорят. Тут что сделаешь? О, зелёные опять тебя искали, знаешь? На грузинских номерах. Он с Грузии приехал, на самом деле, сбились. Да, блядь, этот, чтоб время не убивать. Все, поехали, ну поехали. Машину. Подожди, что происходит? Брат, ты езжай. Диски, они едут с этим, они едут на стрим. Да, ты езжай, диски делай. Не! Брат, ты останься с пацанами. Сейчас мы Равшана забираем. И Сэма. Он только, бля, приехал, знаешь, тоже. Кто? Равш, да. И едем на 911. А будь что? Забирать М4. Потом М3. Бля, потом надо будет на мойке заехать, а машины промыть, брат. Хотя а мы за них кинем, посмотри. Вчера мыл, бля. Же, бля, тоже вчера. Где у тебя чище, брат? Ну мы вчера на самомойку заехали, просто полоснули, боже. Был пи***. Маслом уебал ты по мне, да? Маслом уебал по мне. Вот, Роза, есть? Вот,
тебе верю, вас. А у тебя чек горит. А это горит из-за прошивки. У меня тоже, да. А он у меня, знаете, что бывает? Он пропадает и появляется. Да, у меня такая же хуйня. Но у меня прошивка шита американская, понял? Не, Дональд Трамп делал. Пока доедет. А, я тогда... А что, блядь, этот... Я потом Байден перепрошил ее. Да, потом Байден новую сделал. Ну давай, что ты хочешь? Блядь, в розыске, нахуй, по всему городу быть с Бастрио. Ты-то уедешь, мы останемся. Ну да. Надо было так сделать, когда мы тоже в Москву поедем, чтобы вместе на двух машинах снимались. У тебя хата есть в Москве? Да. В аренду не сдаешь? Нет. Ладно. Думал, прокатит, блядь, без этого. Не отель есть, дома нет. Но! Все, отлично, в отеле там живу. Хата есть у меня. В отеле живу. И хавать тоже есть. Хавать тоже есть, прикинь. Нельзя хавать, если не хавать. Надо на ифтар. Да, ифтаритеты сейчас соберем. Смотри, один раз показываю. Понял, ифтар делаем. И, блядь, на красную рваться, блядь. Ты как, тебе красная нравится, да? Сутки наши. Мы вчера, блядь, просто... Мы в дребезги. Мы вчера, блядь, три круга сделали, блядь. Да не, ночью вчера никого не было. Дождь, да, еще был? Нет. Не было дождя. Вы как заехали, я вырубил, брат, дождь. Мы ранее на машинах, я пешком хожу, блядь. Хуй знает, о чем говорят. Вроде бы прикольно. Я говорю, нормально, дай бог очень тебе, приятно. Дай бог тебе машину, дай бог мне, дай бог пацанам в чате. Не, на трассе хуйню живет. На трассе она 15 литров живет. Да, на трассе хуйню живет. Вот мне полный бак в городе хватает на 2 дня. Мы там связь будь и это, стакнемся, понял? Куда ехать, домой что? Не, а что, все вместе пойдем? Да. Тоже, ну, надо было внимание проявить, а туда сюда приехали. Конечно. Зачем зазнался, я же не знал. Кто зазнался? Я зазнался, говорят. Бля, хороший выхлоп у него, пиздец. Я вот, причем если они две машины оставили на мойке, бля. Я думал, они на машинах. Какой ты этот, светлый. А, брат. Че, на мойку? Вот я сейчас жду, раз Равшан ответ. Вот сейчас он пишет, и что, друг за другом поедем. Вы че, а вот это то, что есть хуйня, то, что это ставишь, как его зовут? Скажи мне это название. Что? Хочу CarPlay, а? CarPlay в МБТ должен быть. Нет же, это пятый. А ты в 90-е, брат? Я думал, мы сейчас поедем. Все, брат, 9-1-1 автовыхлоп. Автовыхлоп 9-1. Все, давай, брат, 9. Ну, у него выхлоп ебанутый. У него очень хороший выхлоп. Титановый выхлоп. Да, у него, брат, он знаешь, сколько у него денег вложил? Да, ну, блядь, он говорит. Буду... Ох, нихуя себе, это где, бро? Пробки бира. Ебать, сегодня движ будет М3, М4, М4, М5, М5. Ух, блю. Ну так-то. Бля, какая F10 высокая посадка по сравнению с М4. Вот он! Ты как выглядишь, Вас? Я, честно говоря, на мужика был похож, когда сюда приехал. Брат, выход 9-1-1. Давай, брат, подожди, выйду, стой. Там уже все сговорились. Давай, брат. Да вы там и прямо на проезжей части стали, не вариант было нахать здороваться. Не знаю. Асума направо. А что налево там? Брат, расскажи анекдот. Не узнаю анекдот. Дорогу уебишь, да? Блять, как она у него палится, Вац. О, он сзади нас, нихуя себе. Брат, напиши автовыхлоп. Сейчас лучше не исполнять, аккуратно доедем, ну его нахуй. А там что это с Равшаном машиной? Там Равшан на М4, ей делали фулл сервис, понял? Там свечи, мечи. А ты свою сделал? Брат, моя через 3 дня заезжает. Брат, здесь направо надо было. Flashing lights.
Все, брат. Братан, не верят в нас, Гео. Сейчас я с угла охуел. Натуре? Да. Нет же. На него.